17 марта ночной клуб «Арена», как и многие другие клубы, отмечал День Святого Патрика. Ирландский праздник давно стал традиционным и на просторах нашей Родины. В честь этого события руководство клуба преподнесло своим гостям еще один подарок. Ночной клуб «Арена» – один из ведущих клубов нашего города. И в честь Дня Святого Патрика мы решили привести группу «Виачапу». И эта группа сегодня выступает на нашей сцене. Еще не раз мы порадуем наших горожан, постоянных гостей, что на нашей сцене выступят звезды как российского, так и зарубежной эстрады. «Виачапу» – уфимская группа. Свою концертную деятельность они начали в 96-м году. И уже через год коллектив выпустил свой первый альбом. Нефтекамский трио не впервые. Но, несмотря на это, не наскучило зрителям. Тем более, каждый раз коллектив приезжает с новой шоу-программой. Сегодня мы хотели бы показать элементы того, что будет в обозримом будущем. То есть использование живого звука. Поэтому это не будет минусовка, не будет только диджей, это будет живая гитара пока, да? Ну а когда-нибудь, я думаю, что здесь же мне очень хотелось бы именно на арене показать то, что мы делаем, именно использование только живых инструментов и создание такого хорошего клубного звука, но силами живых людей. Сегодня будем гулять? Хорошо, па-па-па-па-па-па! Нефтекамский коллектив исполнил свои старые, давно полюбившиеся хиты и совсем новые композиции. И какой же концерт «Виачапу» без знаменитых единичек и уносящих вдаль маршрутки? Пришедшие с удовольствием подпевали знакомым мотивам и аплодировали, не щадя рук. В очередной раз убеждаем, что гостей в нашем городе любят и умеют их отблагодарить. Полина Сюткина, Азат Давлетшин, информационная программа «Время новостей».